Не так давно сеть облетели новые снимки певицы Зиверт. Ну как, для публики новые, а на самом деле фото из прошлого. Поклонники вдруг узнали, что до шоу-биза Юля была не только стюардессой, но и танцевала гоу-гоу. Хейтеры решили, что это повод активизироваться. Хотя сама Зиверт такого прошлого отнюдь не стыдится. И как бы ничего такого я в этом не вижу абсолютно. Ну то, что я адски выгляжу на этих фотографиях. Слушайте, ну посмотрите все на себя 10 лет назад. Мы все были адские. Мода была на ужасные брови. Зиверт признается, что сексуальные наряды ей хотелось носить для того, чтобы выглядеть старше. И вообще, то время подарило ей новое ощущение себя. Это дальше вообще ничего не понимающая девочка выходила туда, и я понимала, что я могу вот так вот развести рукой и дать импульс. К слову о внешности, Зиверт очень гордится, что за 10 лет смогла так преобразить себя, похудеть и избавиться от детской клички. В школе меня звали Юля Щекина, но у меня... Это уже у меня правда были щеки. Поесть в детстве певица любила настолько, что в выборе еды себя совсем не ограничивала. Особенно, когда была совсем маленькая. Я во дворе собирала каких-то жучков и пробовала. Полное интервью Зиверт и выпуск шоу «Звездный приход» вы можете найти на нашем официальном канале в YouTube.